Решили перестраховаться. Волгоградские полицейские во время задержания двоих преступников подогнали к дому БТР. Меры предосторожности оказались отнюдь не лишними. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка, ну а после угрожали взорвать гранату. Под прикрытием тяжелой техники правоохранителям удалось подобраться максимально близко к подозреваемым и обезоружить. Как предполагают следователи, на счету молодых людей как минимум угон, грабеж, разбой, совершенный на территории Татарстана. Они нанесли гражданину телесные повреждения и забрали мобильные телефоны и денежные средства. Затем в городе Набережные Челны подозреваемые незаконно проникли в квартиру другого потерпевшего и, угрожая ножом, похитили 15 тысяч долларов. Не исключено, что за оказание сопротивления полицейским к уголовному делу добавится еще одна статья. В ближайшее время подозреваемым должны избрать меру пресечения.